парке. Там будет динозавр! Вау, какой большой! Смотрите, это карта. Здесь можно посмотреть. Кажется, он просыпается. Ой, глаза открыл, смотрите. Он рычит, слышишь? Ого, куда ты забрался? Вот это да! Твой шевелится, динозаврик. Деревянные яйца у динозавра. И орешек. Вон там яйца, да? Милашка? Динозавр Милашка? Ух, какой большой! Ого, какие зеленые в рядочек. А это крокодил. Он такой большой. Поспать еще надо крокодилу. Да. Высота метр. Но они уже больше метра. Андрюшка, ты кого пугаешь? Никого. Это не я. Это не ты? Я возьму трассу. Пошли. Да. А? Вау. Я там. Я хочу это. О, как это не. Ой, держись. Вау. Держись. Арина, подожди. Очень-очень сложно. Ты понимаешь, что такое? Очень-очень. Ты тоже хочешь, Ариночка, забраться, да? Высоко. Вон тут Андрюша тоже, видишь, как ему сложно, он ходит туда-обратно. Надо растянуться ножками. Оп! Молодец. А вот смотри, тут какая сетка классная. Арина, залезай на сетку. Вот на сетке ты точно сможешь. Запрыгивай туда. Оп, запрыгивай, запрыгивай. Я человек-паук. Это что, твой батут? Я человек-паук, Соня. Вау! 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 Тяжело себя удержать на одной веревочке, да? Да. Очень тяжело. Ого. Я? Держись. Эй, ты куда полезла? Туннель нашла? Ого, вот это классно ты придумала. Тихонько, он качается.
А мы теперь встречаемся с другой стороны. Привет! Вот за эту веревочку надо держаться. Вау! Круто! И за Аришкой в туннель. Ну придерживайся, придерживайся. Теперь криво поставлены досочки, да. Поехали! Андрюлька, держись крепко. Вау! Молодец! Ты прошла весь туннель? Молодец! Молодец! Что, страшно? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Он тебе в ответ тоже зарычал? Ариша так кричала, кричала и его разбудила. О, какой большой динозавр. До 3 метра высотой вырастает. Смотри, какой огромный. Ой, что это у него? Смотри, он поймал ящерицу. Ого! Ест ящерицу! Поймал, да! Аришенька, ты такая маленькая, а он такой большой! А здесь супергородок. Тут фонтан из перевернутой машины, банк, памятник без головы. Еще какое-то кафе. Нужно в домики зайти, дверьки открыты. А вот еще куча маленьких домиков. Вон там Мариша бегает. А здесь почта. Фотоателье. Можно поиграть в крестики-нолики. Дженго. Ну вот ребята забрались в мельницу. О, ты тут даже свой самокат припарковал. Да, я там припарковал. Классные ступеньки. Ариша уже на паровозик побежала. Да? Да. Паровозик! Ух ты, какой паровозик! Ты видел, смотри, какие вагончики? А это станция. А Арина уже вон в такси поехала. Такси, такси! Она тебя звала. Отвезешь Аришу на почту? Ты поедешь на поезде? Вот тут столик, смотри, классно, и скамеечка. Кто-то повез тебя?
Через 0 минут поезд выехал. Все, вам поехал. Это дом отдыха? Нет. Какой маленький. Какой дом мне найти? Все закрыты дома. Все закрыты дома? Ну тогда выходи. Пойдем искать другой домик. Смотри, Арина. Домик с кошками. Видишь, сколько кошек? Я пошел домой. Это дом птичек. Да. Я думаю, что нет. А вот смотри, какие скворечники. Тоже для птичек. Ну какой? Ого, сколько шашек. Шашки мокрые, да. Вот это только если можно брать. Закрой, пожалуйста. Давай, мам, закрой, пожалуйста, нам дом. А вам тут не скучно будет? Нет. Ну, пока. Нет, я выберусь. А вот трасса, велокарты. Тут можно по кругу кататься. Видишь, как много велокартов? Колесные велокарты. Даже двухколесные? Это ты где такое увидел? Двухколесные. Они четырехколесные. Нет, трехколесные есть. Да, такой лабиринт, чтобы зайти вовнутрь. А Арина сказала, я не буду ждать, я просто перейду, правда? Ищи самый маленький себе. Вот такой, да, вот это маленький, садись. Давай, давай, крути педальки. Ух ты, Ариша поехала с папой. Ой-ой, как вы там классно! Ух ты! Давай, крути педальки, молодец, молодец. Неудобно, они только ехали. Ой, не так. Мы тормозить не научились. Это не важно. Молодец, 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 Ореша. Молодец. Умничка! Пойдем вместе покатаемся на двойном. Ну что, теперь мы вместе? Боже мой, мама боится. Нет, не покрыто. Ой, у меня сил не хватает крутить педали. Вон какие карусели. Водяная подушка, тут можно прыгать. И вон еще одна прыгалка. Подписывайтесь на наш канал Андрюша и Ариша. Пока-пока!